Друзья, всем привет! Жара продолжается и продолжается наш дневник трейдуна. Наконец-то у меня появилось время записать для вас еще один торговый день, но есть у нас, опять же, как всегда, проблемка. Для вас проблемка, для меня прекрасный счастливый день. Сегодня день рождения моей дочки, поэтому времени на торги у меня уж не так и много. Но я уже сейчас вижу медвежью динамику, я вижу вариации для того, чтобы в ближайшее время уже открыть точки входа, а то, соответственно, сделку, да? Как только эти точки входа появятся, я открываю позицию, мы смотрим, наблюдаем и кайфуем от громадного профита, который, я уверен, сегодня будет, ведь сегодня четверг. А четверг тот день, в который всегда дофига классных движений. Также в этом видео я хочу поздравить всех, кто успел приобрести систему Big Scalper, потому что я думаю, вы заметили, что уже долгое время, ну как долго, уже третий выпуск, мы будем посвящать непосредственно торговле со стопами. Математики здесь больше не будет, здесь будут быстрые конкретные сделки с конкретными точками входа и конкретными точками выхода, на которых вы увидите, как можно легко скальпировать с помощью этой системы и зарабатывать деньги буквально за движение в 10-20, ну максимум 30 пунктов. Я думаю, никто абсолютно не поспорит с тем, что рынок чаще всего все-таки находится в канале цены, в каких-то небольших диапазончиках, поэтому нам с вами нужно учиться зарабатывать именно в этих небольших краткосрочных трендах. И пока большинство людей, трейдеров, пытаются там месяцами ждать, дожидаться тренда, с помощью Big Scalper мы будем зарабатывать буквально на каждом движении, вот каждый день, когда у меня есть свободный для того, чтобы поторговать. Итак, мы начинаем. Итак, друзья, у нас появляется точка входа, вот-вот она сейчас сформируется. Вообще хотел, честно говоря, зайти через Евробакс, потому что здесь было бы очень интересно зайти именно на пробой ретесте, но... Почему-то, вот так вот бывает, да, все-таки происходит по той паре, по которой я не ожидал. В общем, несмотря на то, что фунт не особенно хотелось бы сегодняшний день лезть, не так уж много у меня на него сегодня времени, но открываем продажу. И, соответственно, теперь нужно разобраться только в одном, где нам поставить стоп-приказ. Мы видим по текущей волатильности 260, грубо говоря, да, ну я думаю, так и поставим. Значит, это у нас будет цена 1.3772. Итак, стоп-лосс у нас выставлен, теперь, в общем-то, эта позиция у нас... под надежной защитой стоп-приказов, нам остается только посмотреть на какие-то ближайшие цели, которые мы здесь можем рассматривать. Значит, первая цель для нас это, естественно, внутридневной RS-ник по цене 1.3828, и следующий, соответственно, у нас становится минимумом и открытием вчерашнего дня. Соответственно, по этим двум целям буду рассматривать вариации входа. Не очень уверен, что здесь пирамидинг имеет право быть, потому что закрепление за уровнем здесь будет уже достаточно поздно. В идеале, чтобы вы открывали сделку для пирамидинга, и уровень где-то был рядышком. Но попробую сегодня, наверное, классическим моментом эту сделку повести. Лот у нас все равно достаточно высокий, потому что мы этот депозит разгоняем. Поэтому даже этой прибыли будет вполне достаточно. Так как мне нужно будет сейчас уезжать, то определюсь каким-то тейк-профитом, да, по глобальным целям. Ну, возьмем, допустим... минимум, да, ближайшего дня. 40 с небольшим пунктом. В принципе, прибыль у нас составит по достижению 211 единиц. То есть, грубо говоря, 20%. Я считаю, что и никакого пирамидинга здесь и не нужно. Так, ну что, друзья, традиционно перед тем, как поехать на тренировку, обязательно нужно посмотреть в график. Ну, банально я это делаю для того, чтобы хотя бы найти какие-то разворотники. Если они есть, то перед тем, как мне там час-два чем-то заниматься, я не смогу просто смотреть терминал. Естественно, желательно в этой ситуации все дело прикрыть. Вот, поэтому, ну, давайте посмотрим, что у нас на текущий момент. На текущий момент, в общем-то, много времени не прошло. Это часовики. Сейчас на 15 минут переставлю. Все, вот наша точка открытия. Надеюсь, все это прекрасно видно, да? И, соответственно, мы получили очень большую свечу. В динамике у нас уже 10%, грубо говоря, к депозиту есть. Есть смысл закрывать... Вероятно, он есть. Но в любом случае, я сейчас подожду, будут ли какие-то разворотники. Потому что, вот, опять же, сюда посмотреть, здесь у нас есть некий уровень. Вот здесь, вот на этом вот движении, да, то есть здесь импульсный уровень, как минимум. Если мы сейчас здесь получим паттерны. Ну, вот здесь вот видите, какая история, да, те, кто использует Big Scalper, она работает исключительно в компьютере, да, в терминале MetaTrader 4. Здесь, конечно, вам будет посложнее, нужно будет ноутбук с собой возить, ну, или какие-то такие моменты. Я знаю, парни некоторые приложения какое-то устанавливали на телефон и, соответственно, постоянно могли видеть, что на компьютере происходит и, соответственно, таким образом принимать торговые решения. То есть, ну, как один из вариантов, да, я просто паттерны эти знаю, так я их сам разрабатывал, поэтому для меня, наверное, попроще. Поэтому, если сейчас здесь будет паттерн какой-то, позицию буду прикрывать. Вот конкретно сейчас, даже несмотря на то, что 10% прибыли, у нас нету, как сказать, у нас нету конкретных принципов, конкретных каких-то алгоритмов, каких-то, как это слово-то называется, причин, вот, у нас нету причин сейчас эту позицию прикрывать, то есть если, это очень важно понимать, если вы закрываете сделку на эмоциях, то есть я, бывает, закрываю, потому что мне... У меня нету времени, да, мне нужно что-то делать. Сейчас у меня еще где-то, грубо говоря, минут 20 есть до тренировки, поэтому я буду смотреть на графике М15, да, соответственно, ближайшие вот
15-минутку, я посмотрю, как она закроется. Если у нее будет признак разворота, то есть у нас здесь будет паттерн какой-то на покупку, хотя я продаю. И очень важно, да, что это будет у уровня, то есть только уровня. Вне уровня я не смотрю, это рыночный хаос. Соответственно, эту позицию тогда я буду прикрывать. Если не будет, я ее буду вести. Но единственное, в формате тренировки придется периодически, конечно, поглядывать, что там происходит. Вот как-то вот так. Так, ну что ж, вот только я доехал до спортзала, и у нас уже формируется паттерн. Значит, смотрите, я никого не призываю делать ровно так. Просто система Big Scalper — это система, ну, собственно, по названию, думаю, понятно, это скальперская система. Плюс сегодня, повторюсь, да, у меня день рождения дочки, и все время должно быть посвящено ей. Вот сейчас спортзал только единственное, скажу, и все. Дальше все время ее. А смотрим на график, да, у нас формируется паттерн. Если кто не в курсе, это внешний или внутренний бар его часто называют. Этот паттерн очень достаточно неплохой. Единственное, хочу напомнить, что его в любом случае нужно использовать ровно тогда, когда вы, как сказать, когда цена бьется в уровень, только в этой ситуации. Значит, смотрите, сделку мы прикрываем на 9% прибыли, закрыли. Итого баланс у нас уже, ну, грубо говоря, 37% к депозиту мы сделали. Но я буду не я, если не объясню, что можно сделать еще в этой ситуации. Вот смотрите, очень много вероятно, что цена пойдет ниже, потому что сам, грубо говоря, технический анализ в формате горизонтальных объемов, в формате всей раскладки графика, которая у нас сейчас происходит, да, защиты уровня, то, что мы зашли именно непосредственно от уровня, который максимально защищался крупным участником. Все это очень вероятно. Что в такой ситуации можно сделать? Вот даже сейчас посмотреть, еще бы несколько секунд подождал, было бы даже побольше прибыли. Неизвестно, куда цена дальше пойдет, и сейчас мне не очень удобно все эти моменты раскладывать. Но в момент, когда у вас происходит разворотник, если вы ведете позицию внутри дня, то есть если бы у меня сегодня не было каких-то планов, вероятно, я бы сделал так. И в будущих видео обязательно такие моменты я также буду записывать. В общем-то, все моменты, алгоритмы того, как работать без математики, именно вот мы сейчас работаем только со стопами, вы их обязательно увидите. То есть в этой ситуации просто переводится стоп-приказ без убыток. Понятно, да? То есть, как минимум, вы увидели разворотник на уровне. Это признак того, что есть какие-то конкуренции силы цене на текущий момент. То есть она вот сейчас падает, у нас появляется разворотник уровня. О чем это говорит? Это говорит о том, что как минимум на этом уровне есть покупатели, которые сопротивляются. Мы не знаем, есть ли у них силы, потому что мы входим по тенденции. У нас тенденция медвежья, это все обозначено. Жаль, бигтрейдер не показал, по бигтрейдеру также везде и потенциал, и тенденция были медвежьи. То есть мы четко понимаем для себя, да, что доминирующая сила сегодня медведи. Но понимая то, что от каждого уровня может пойти коррекция и зацепить нас, мы должны для себя принять четкое решение. Как минимум мы в этот момент убираем у себя риски, то есть переставляем без убыток. Как максимум, если вы торгуете в формате скальпинга, вы просто закрываете позицию ровно там, где этот паттерн появился. Ну, в общем-то, я думаю, это совершенно несложная теория, но мы с вами ее разберем. Мы с вами даже разберем, знаете что, как только у меня будет возможность, мы выйдем на трендовый рынок и будет у меня побольше возможности торговать, мы с вами разберем еще стратегию трава, грамотного трава. То есть очень часто вы в интернете видите таких алло гуру, да, которые рассказывают о том, что через каждые 30 пунктов, через каждые 20 пунктов переводить. То есть это лишено смысла. Это люди, которые вообще не чувствуют рынок и не понимают, почему они это делают. А мы в наших системах, в наших стратегиях всегда для себя задаемся вопросом, для чего, почему я это делаю. То есть перевод стоп-приказа в плюсовую зону, да, то есть трал, он также должен быть обозначен какими-то факторами рынка. То есть вы должны читать его. Вот если вы замечаете, как я торгую, как я анализирую, я читаю рынок, то есть я смотрю по уровням, а что сейчас делают крупные участники, да, что сейчас делают покупатели, что сейчас делают продавцы. Исходя из этого, я уже принимаю решение. Ну, вот как-то так. Все, я на тренировку, не думаю, что буду записывать это сегодня, потому что у меня тренер, ну, достаточно постарше меня, ему не очень комфортно просто с камерой. У меня есть друг ММАшник очень крутой, выступает, кстати, я вас, наверное, в этом видеоблоге с ним познакомлю, мы с ним запишем полноценную тренировку там со спаррингом и со всем подобным. Я думаю, это будет интересно, и вот нарезочки этой истории будем просто вставлять в этот канал, чтобы разбавить, да, если поехал на тренировку, вот, посмотрели, как Антоха там побоксировал. Все, всем спасибо большое за внимание, у нас этот день не заканчивается, прошу, пожалуйста, все посмотрите дальше. Я понимаю, что торговать я сегодня 100% не буду, это время моей дочери, да, но я думаю, что это будет интересно в формате того, как лично я, как лично моя семья, как мы проводим. Мы сегодня вообще классную историю придумали, я ребенку просто подарил денег. Я считаю, что деньги лучший подарок, никто не скажет, кому вы дарите деньги, что у него уже они есть. Вот, и она просто на эту сумму будет сама себе покупать все, что захочет. Я думаю, что это будет, ну, как минимум с точки зрения контента очень интересно, она просто счастлива до безумия. Ну что, потраты потраченных, подаренных денег начались. Мы уже купили розовый ковер.
и много-много попыток. А куда мы сейчас идем, Оля? В детский центр. Сейчас мы в детский центр, потом у нас по плану украшение из Пандоры. После этого всего мы едем в Хутынь, есть такая деревушка известная у нас. А там я покупал бассейн, большой-большой бассейн. Ну и по ходу пьесы, наверное, еще что-нибудь придумаю. Так, едем забирать ребенка из детского центра, а я, кстати говоря, сегодня фигню это не страдаю. Помимо всего этого, сделка открытая, да, все это хорошо. А при этом мы сегодня опубликуем новый робот, правда, это пока еще только в разработке. То есть у меня дизайнер просто пока размещает на сайте всю информацию. Это обновление робота-кошелек, это совершенно, ну, это тот робот, с которого мы начали делать роботы со стоп-приказами, если кто помнит. Робот, который работает непосредственно с тейк-профитом и стоп-лосс, и советник, ну, вы на самом деле охренеете, я могу в контексте дневника это рассказывать, да, это же не промо, вы реально охренеете, потому что это робот, который способен даже 10 сделок в день открыть, это робот, который может принести 50% за месяц, и это все без математики, это вся история, которая, как сказать, работает непосредственно классическими методами тейк-профита и стоп-лосса, при этом очень интересная стратегия, я уверен, что любители вот именно такого профессионального трейдинга, следования за крупным участником, они прям заценят, потому что это робот, который работает сразу, ну, грубо говоря, по двум стратегиям. То есть первая стратегия, он работает на пробой уровня, вторая стратегия, то есть одновременно используя две стратегии, он работает на отбой от уровня, то есть уже на отскок. То есть он пытается схватить каждое движение, если рынок пойдет сразу, или он там пойдет со скока в направлении позиции. Грубо говоря, также работает в формате скальпинга, кстати говоря, то есть там 20 пунктов тейк-профит такой стандартный, да, но он единственное, он иногда плавает, да, то есть если мы включаем две стратегии, то он будет уже адаптивным. Но не суть. В общем, в ближайшее время вас ждет офигенная новиночка. В принципе, сейчас уже это видео, когда выложу, будет ссылочка в описании этого видеоролика. То есть сейчас можно взять на 10 тысяч его дешевле по броне. То есть отправлять мы его будем где-то с 18 числа. Постараемся, конечно же, пораньше. Да? То есть мы вернули эту традицию, что в процессе того, пока мы готовим материал, видеокурсы, у вас есть 2-3 дня на то, чтобы воспользоваться самым выгодным предложением на этот робот. Вот. А кроме того, блин, да я не знаю, я сейчас, наверное, не буду особенно рассказывать, потом будет отдельная промо, в которой я буду говорить о нем. Но основная такая суть еще, да, в том, что алгоритм полностью вечный, его не нужно оптимизировать, его не нужно там... Вообще, в принципе, это может быть единственный робот, который вы используете, то есть вы его устанавливаете, больше вам роботы не нужны, вам не нужно там самостоятельно что-то открывать, там вручную торговать. У вас будет конкретный инструмент, который полностью берет все задачи на себя. Ладно, все, я поехал за ребенком. Дальше, что у нас дальше по плану? Хутынь. Сразу Хутынь. Ну вот, скорее всего, после этого мы поедем в Хутынь купаться в бассейне. Вообще, это первый опыт такого дня рождения. Я просто подумал, что ребенка нужно растить самостоятельно. Соответственно, лучше, чем ребенок, наверное, никто и не знает, как он хочет провести день рождения, где он хочет быть. Поэтому он получает деньги и тратит этот день ровно так, как хочет, покупает то, что хочет, ходит туда, куда хочет. Сейчас я загружаю все продукты в машину, взяли веничков, там всякие в банечке попариться, там покупаться кое-чего в бассейне. Ну, короче, нормально сегодня устроим пикничок, прямо на открытом воздухе. Я думаю, хорошее завершение, хорошего дня. Я думаю, что все в итоге окажутся довольны. Так, ну что, в нашей компании не хватает всего лишь одного человека. Это действующего чемпиона ММА. Ну ладно, не чемпиона, но действующего бойца точно. Вот, этот парень тренировал как раз мою дочку. Мы занимались боксом в свое время вместе. И потом я ушел к другому тренеру. Вот, но дружить мы не перестали. И, в общем, сейчас ребенок ждет своего любимого тренера по боксу. В общем, все, дожидаемся и едем мы уже в деревню. А вот и он. У меня сегодня небольшой блок. Ну, привет. Так что я все буду снимать. Ты, да? Ты же не боишься на YouTube попасть, да? Нет. В общем, все, мы собрались, поехали. В срочном порядке ищем подарок ребенку. Ходит, выбирает, блядь.
пиздюк, без подарка приперся. Не знал. Да-да-да, так и было. Так, ну что, финальную видеочасть я очень сегодня запишу, и на это, наверное, хорош. Ой, слушай, я постоянно забываю тебе видеокамеру привезти, у меня камера есть классная. Сегодня даю тебе. Ну ты мне чук-чук, я так не люблю. Хорошо. Вот, таскаем пакеты, вот наш басик. Правда, там речная вода, по ходу дела, да, батя? Речная вода, да? Из реки нафигачил. Вот, а особо-то показывать вам нечего, моя шикарная автомобиля. И что у нас тут есть еще? Банька. Сделана, короче, из вагончика. Дача недавно куплена, так что тут ничего толком не обжито. Вот. Ну, так, слушайте, по факту она на самом деле достаточно большая. Ёпта! А, мне же натопили сегодня. Жаришка. Вот. Ну, в общем, я думаю, кто в теме, да, понимает, что, в общем-то, достаточно разместиться там четверым, даже шестерым, наверное, достаточно большим мужикам. Все, на этом мой блог на сегодня заканчивается. Я отдыхаю, лучше вам дальше меня не видеть.